Всем привет! Вы на канале Алекс Дозор, и сегодня у нас не совсем обзор или совсем не обзор. Вот. Скорее всего, это будет как вот мнение одного человека. Кто смотрит мой канал, тот знает, что у моего канала есть такой, у моего канала есть хороший подписчик, у меня хороший друг, Виталий Карасев. Привет, братуха, вот, который сделал неоценимый вклад в развитие моего канала и помогал многим и делом, и словом. Я с ним и советуюсь, и обсуждаем новинки, которые появляются, как бы что взять, что не взять. Ну, короче говоря, и этот человек, вот этим роликом, который вы дальше увидите, я его размещу, это его рук, его творчество, он его сам снял. Хочет высказать свое мнение по поводу изделий компании Кенера. Сначала он взял себе Фрею, остался не очень доволен, скажем так, покупкой. Потом взял вот эти красавцы на вид, вот, Кенера 005 Pro, да, правильно? И вот... Какое мнение по поводу этой покупки у него сложилось? Смотрите внимательно.
Ну что, как вам видосик, да? Интересный получился. Мне тоже понравился. Смотрите, как вообще родилось это видео, почему оно вообще появилось. Виталий заказал себе сначала фрейм и думал, что это будет та одна, единственная, как бы, и на этом немного подостановиться. Но она так и не стала. Единственная, а стала неким разочарованием в его жизни. Ну, судя по ролику, вы тоже это в конце уже увидели. Самому интересно, что будет дальше с Фреей в его коллекции. Но я думаю, эта интрига скоро разрешится. Смотрите мой канал, и вы все это узнаете. Ну, смотрите, какая штука. После этого он покупает вот эту вот модельку на подарок. Там, кстати, в Евросоюзе ввели налог на получение посылок из Китая 20% от стоимости. И пока это все не произошло, Виталий решил взять как бы пару-тройку образцов, кому-то подарить на подарок, себе там в какой-то момент. Вот. И говорит, не сдержался. На подарок вообще были вот эти вот 005 Pro были на подарок. Говорит, не сдержался, очень сильно хочу распечатать маленькую фрею. Распечатал. И говорит, слава богу, что я ее никому не подарил, а распечатал, послушал, ну и дальше вы видели. Почему так, собственно, произошло? Потому что цена максимальная, вот, которую я мог бы дать за эту модель, по тому звуку, что она дает, это 15 евро. Я смотрел, как бы, вот на Алике она стоит от 40 до 50 долларов, где-то в районе 1100 с чем-то гривен, самая ее дешевая цена, вот в районе 40-39 долларов по распродажам. Вот. Но она не стоит этих денег никак. Это все звучит примерно однообразно, уныло. Мы так с ним пообщались и поняли, как бы, характеристика этому звуку примерно такая, унылое говно. Вот. Ну вот так. Это, как бы, со слов Виталия. Мозговым штурмом мы дошли до такого определения. Где-то, где должен быть жирок, его там нету, детализации какой. Ну, довольно-таки вот простой, обыденный звук. Говорит, если вот после гарнитур, то да, то есть она может показаться интересной. Но есть наушники более дешевые, которые как бы играют намного-намного лучше. Я как бы, да, не послушал эту модельку, но вот передал все настроение Виталия, я надеюсь, правильно. Ребят, дальше будет интересно, у меня у самого лежит Идун, буду готовить на нее обзор, раз пошла тема о Кинере, то есть что-то из ихнего арсенала наушников я обязательно пропущу на своем канале. Самому теперь любопытно, то ли это бабки за один внешний вид, за то, что как бы там Фрея, она из чего, из березы была сделана, то есть за тупо за вот эту вот красоту с ручной росписью, либо же там есть какой-то нормальный звук, самому очень любопытно, ну, будем разбираться, будем посмотреть. Все, всем огромное спасибо, музыка была группы Engine On, там в ролике заменено тоже, я напишу, тоже, ну, то есть, Виталий ставил другой трек, но этот трек у меня тут на Ютубе, он просто не пролезет. Все было заменено на музыку моих друзей Engine On. Все, всем пока и до скорых встреч.